Куда идешь? Спасибо, что хочешь. Я думал, домой, дорогал.
А что правенькое? Я не знаю, честно. Так лоба, я вообще гистоник. Даже когда ты что-то маленький, понял, что это вообще... Так, щитки. Вот это да, если вчера ел, нормально. Вчера нормально. За первый тайм хороших слов мы не заслужили, за второй тайм молодцы, но Джека уже где-то немного резюмировал, что так нужно играть с первых минут. Мы во втором тайме взяли мяч под контроль. И они не знали, что делать. Только почему мы не могли этого сделать в первом тайме, вот это для меня загадка. Потому что в тренировке там, вы мяч этот у вас отобрать не могут. А тут просто ну, зажатость, боясь. Чем больше человек боится, тем больше он будет ошибаться. То есть для нас ошибка хуже, это не открыться, чем открыться и потерять мяч. Потому что человек с мячом может потерять мяч. А если он прячется и боится ответственности, то для нас, как для, ну, для тренеров, я имею в виду, это намного хуже ошибка. Поэтому не бойтесь, играйте в футбол. Вы можете играть. Можете, ну, второй тайм показал, ну, где была та команда. Могли забить и второй, и третий могли. Могли, конечно, в конце чуть-чуть и передернули немножко и пропустить, но это футбол. То есть, игра была такая без центрополя, поэтому за второй тайм спасибо. Очко оно все равно в копилку.